Всем привет, друзья! С вами НЛО Гор. Сегодня мы посмотрим такой охренительнейший бой на Кромвеле Б, как бы в британском премиумном танке 6 уровня в среднячке. Это, наверное, любимый мой танчик вообще на этом уровне. Да и, блин, наверное, во всей игре это мой любимый танчик, потому что он прям, ну, очень хорош. Как его ни крути, как ни бери, на какой карте его не катай, и он везде хорош. Итак, у нас бой на карте степи. В принципе, по сетапу, как бы, у вражеской команды я каких-то яростных таких прям конкурентов не вижу. Да и как бы по модику ВН8 видно, что как бы что в нашей команде все очень печально в этом плане. И во вражеской тоже. Как бы единственное, там у них зелененький на КВ2. Но КВ2 это не из тех танков, которые на, ну, там, не знаю, нагинает, поэтому. Я особо ничего не боялся, как бы у них, ну я как бы надеялся на то, что у них поехала на другой фланг. Как бы вместе с тяжиками там что-то бодаться, перестреливаться своими фугасами. Поэтому как бы просто смело тут выехал. Как бы вижу, со мной поехало два тяжика. Плюс как бы смотрю, шанс на победу 35%, то есть особо не хотел высовываться. Как бы тут и блайндил, и как всегда, мне не повезло, тут выезжает у них. Сзади за ней сразу же КВ-2, КВ-85. Ну, короче, они сломали все стереотипы и решили тяжами поехать всей толпой по этому флангу. Но, к счастью, тут у нас немножко повезло. Ну, вернее, мне повезло с тем, что тут наша команда все-таки поехала не самыми маленькими силами. Как бы тут ИС поехал, но он вроде как у нас в топе, но статистика у него очень-очень печальная. Как бы я прекрасно понимал, что на него надеяться не надо, что он будет это все стадо сдерживать. Поэтому никуда не врываюсь, вперед не ехал. Стараюсь тут потихоньку от рельефа отстреливать. Как бы останавливает единственное КВ-2, который стоит вдали. И вот это 3485, который снова и снова выезжает. Как бы от меня тут получает пульки потихоньку. И он лезет все снова и снова и снова. Как бы на втором фланге у нас все хорошо. Да и вообще по самому расположению команды вроде все нормально, все сдерживаем. Поэтому особо как-то менять фланг, менять какую-то тактику не было смысла. Все вроде хорошо, везде все держим. Как бы да и само по себе 3 минуты боя только прошло, толком ничего не ясно. Но как бы, скажем так, я поехал удачно. Потому что стою, потихоньку настреливаю. Тут... большая часть танков вражеской команды. И как бы вот такое. Вроде все пока отлично. Вот этот 3485, я не знаю. Ну прям, чувачок, ну очень печально, конечно, себя чувствует. В плане того, что я ему напихиваю. Он, во-первых, меня не видит, но все равно он дальше вылазит. Тут как бы все надежды на ИСа закончились. Я понимаю, что этим всем стадом я им абсолютно ничего не сделаю, будучи на этой горке. Ну и плюс как бы три артиллерии, под ними стоять не особо хотелось. Думал тут сразу же выезжать на этот крайний балкончик. Но понимаю, что они сейчас сзади заезжают, и у меня абсолютно нету никакого выхода, как срываться здесь с балкона, и по-любому меня там будут расстреливать. Поэтому я еду сразу же дальше за вот этот камушек возле артиллерии. Тоже артиллерия, ну странно, мог бы как бы отъехать, сваливать. Как-никак там никого нету на фланге. А он стоит на камне и даже стреляет, по сути, в другую сторону. Ну, как бы, его дело. Каждый играет, как умеет. Как бы, я понимаю, что с моим обзором тут, ну, как бы, пересветить меня, тем более, что я стою, будет очень тяжело, поэтому я свободно стреляю, как бы, особо даже без сейва. Как бы, первая светится и КВшка, потихоньку ее миссим, но она заезжает за бугор, я понимаю, надо сразу же потихоньку разбирать КВ-85. Я, кстати, думал, что это он меня засветил, ну вообще, или КВ-ха меня засветила. Но, к счастью, я не засветился вообще. Разбираю его потихоньку, пока он тоже не заехал за камень, как бы, пульки тоже так потихоньку летят. И все, короче, вроде круто. Так, дальше у нас главный враг, Уни, которого мы, конечно же, не пробиваем. Как бы мог бы переключиться на голденьку и потихоньку его разбирать, но как бы за меня это уже сделали. Тут вижу, снова светится ИКВ. Понимаю, что ее надо добирать, потому что она единственная, которая, кто меня сейчас, по сути, светит.
Потому что она находится сзади, и она может мне успешно таки напихивать. Я ее добираю. И как бы понимаю, что все, я в сейве. Наши там стоят, меня арта вообще не контрит. И понимаю, что надо просто потихоньку выезжать, потихоньку отстреливать, потому что наши их светят, да и я их, если что, подсветил бы. Ну, короче, единственное, что остается, это набивать урон. Чем я, в принципе, вот тоже вот это вообще прям шикарный выстрел, прям в точечку полетел, куда я и хотел, собирался, да, этим шикарен Кромвель, то, что он зачастую прям в пиксельки попадает, и это очень радует, потому что действительно танчик очень хороший. Как бы, по сути, как таковой в бою равновесие, но я понимаю, что расположение нашей команды явно очень выгодное, потому что, во-первых, наши все в сейве стоят. Во-вторых, я стою в сейве, тоже как бы за камушком, и они мне ничего толком сделать не могут. Хотя могла арта мне хорошо тут жизнь потрепать, но они за весь бой меня толком, ну вообще, по сути, не тревожили. Где-то там рядом падает, или они такие скилловенькие артоводы, или мне просто везло, как бы не столь важно. И как бы все, мы разобрали все это их мега наступление, там остается один ИС, и три артиллерии. Я понимаю, что до ИСа я, скорее всего, не успею доехать, потому что там КВ-3, КВ-2, 43-й, СУ-100. Короче, вся наша команда находится там. И второй СУ-101 тоже поехал туда. Остается три артиллерии, как бы, судя по сетапу нашему еще выжившему. Как бы самый быстрый из всех это А-43, да и то он поехал на ИСа, как бы я понимаю, что вся артиллерия моя. И, ну, как бы, вижу, что уже есть 2000 урона. Довольно-таки неплохо. ВН-8 уже 4000, как бы, ну, в чего можно еще лучше хотеть. Ну и понимаю, что здесь для артиллерии другого сейва, чем за железкой, нету абсолютно, поэтому сразу же еду сюда. Светится ГВПшка. Стоит в кустах, я ее свечу, она меня тоже светит. И как бы все, тут стоять под вагончиками, понимаю, что они все по-любому сейчас меня выцеливают. Но тут АМХ, получается, почему-то решил на меня поехать. Я в него стреляю, к счастью, с поджогом. Он так и подыхает. И тут началось. Почему-то я решил взять артиллерию на автоприцел и ее, короче, разбирать. В итоге ГВПшка мне лепит в лобешник. Довольно-таки нормально пробивает на 305. И понеслось дальше. На автоприцеле она у меня стоит. Я начинаю ее просто не пробивать, стрелять в землю. Короче, начал тупить, не знаю, или я сильно расслабился, или что. Как-то решил, вот, в итоге даже ГВП успевает перезарядиться, на меня Хюмель врывается. Ну, как бы, он меня немножко не попал, ну, вернее, как, мне повезло то, что меня он не пробил и нанес меньше урона. В итоге я его добрал, и вот такой вот получился бой. Как бы, 3000 урона и 10 тысяч ВН-8, как бы, ну, чего можно еще больше желать? Как бы вот такой вот получился бой. Это, наверное, самый крутой бой у меня на этом аккаунте, потому что, ну, реально бой получился шикарный. Как бы на шестом уровне настрелять 3000 урона, 4 фрага, как бы и там еще 1000 почти по насвету, это довольно-таки очень круто. И вот такой вот получился бой. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока-пока.